Вторую. Да? Кстати. Пачо или холипал, кулаки разбахать. Я же тут пивасику купил. Так, ну, все тут, Санек, тактику знаешь? Рокки, кто-нибудь есть, кто не знает тактику? Ты лучше поговори, я здесь давно был именно. Кулак по рогам дайте, пожалуйста. Я так знаю примерно, в общем. По мелочам я уже... Все, тихо. Первый босс. Три великих чудовища. Первый выходит... Хрен знает, что это за мутант будет. Вот. Он разливает лужи. Из луж выходим очень быстро. Прям очень сильно быстро. Это касается РДД хилов. На миликов не кидается лужа. То есть милики стоят под жопой и тупо бьют первое чудовище. А периодически будет появляться снобль. То есть это такой маленький гоблин. И кидаться на разумного игрока. Этот игрок подходит также сама под жопу босса, и все его убивают. Вот. В принципе, по первому боссу. Дальше выходят две змеюки. Одна с ядом, одна с огнем. С ядом выйдет, появится справа. Она вылезет, точнее, выйдет с огнем, вылезет с ядом. Наша задача забустить, как можно максимально дать ДПС в первую змейку, которая вот здесь вылезет. Не которая выйдет, а после нее вылезет здесь змейка. Вот. Она кидает рандомного игрока плевок яда. Вот, если люди в рейндж 10 будут стоять, то ядом поддержан будет один человек. Если она кинет в миликов, либо РДД кучкой будут стоять, соответственно, все в рейндж 10 кинутся в яд. Яд постепенно замедляет, пока не превратит в камень. То есть, ну, пока вы не замрете полностью. Соответственно, ваша задача под ядом подходить к людям, кто находится под дебафом огненный плевок. Огнем плюется вторая змейка. Та же самая. Все должны держаться в рейндж 10. А если на вас огонь, то вы должны тоже отбегать от всех, потому что вы будете обжигать людей. То есть, соответственно, весь бой со змеями вы смотрите за собой и за товарищами. Если вдруг кого-то плюнуло, вы должны отбежать от него. И если вас, то вы должны отбежать. Вот, это если вкратце. То есть под ползучей всегда появляется лужа, то есть которая змейка ползает, у нее хвост не закопан, под ней всегда появляется лужа. Соответственно, бьете либо сзади, либо сбоку на рендже и смотрите себе под ножки. Да, нашел, спасибо. И третье чудовище выходит, ледяной рев. Такой мартышка большая. То есть наша задача стоять вокруг него, бить его, он при риске будет плюваться, точнее дышать огнем, который будет нас замораживать и давать нам дебаф от огня и наносить урон. То есть, вот, наша задача прожиматься под это дыхание и бить. Потом он будет прыгать в центр комнаты, откидывая нас по краям. Как только он прыгнул, он выберет рандомную цель и разбежится в нее. Задача этого игрока и всех, кто рядом, разбежаться, чтобы не стоять на пути у босса. Если вы все сделаете правильно, босс врежается в стену, и на него вешается типа оглушение, которое увеличивает 100% входящего урона по нему. Если же вы ракуха, которая не способна убежать 5 метров влево-вправо, а на босса вешается иступление. В общем, вкратце все. Вопросы? Шаманчик второй, у которого тотемы, во время того, как он будет разбегаться, тотемы убирай, потому что он может резаться в тотемы и пизда, блядь. Да, и питомцев можно за собой. Дай Войду ассиста. Я питомец Войда. Вопрос про плевки ядом. Да. Те, кого зеленый попал, те подбегают красным. Человеку с огнем. На котором огонь. Да-да-да. Только не под блевоту. Да. А как определить? Так, можно метки на танков или только один он танк? Он будет говорить так, Войс Спириту, помощника. А, смотрите, у нас тут три танка сейчас будет. То есть, я сейчас буду танчить, вот, Ват, ты стоишь в сторонке где-нибудь, вот. Я буду здесь танчить, держать ее.
Так, я на себя меточку поставлю, печеньку, вот. Она на меня повешает дебаф огня, вар, ты у меня забираешь, я отхожу, все, жду, когда кого-то полюнет. Как только кого-то полюнуло, я пойду и сдисплю с людей яд. Люди с ядом, прожмитесь, то есть какие-нибудь деф-обилки зажмите, чтобы не сдохнуть там нечаянно. Вот, хилы, соответственно, хилят. И рэндж, не забывайте, РДД, хилы, постоянно держите рэндж. А по СС-ам что кому-нибудь дать? Дай на хелен СС. На дерево. Есть уже. У кого еще СС? Дай на саркоя. На ДЦ. Саркоя. Вижу, вижу сейчас. А, где-то тут он бегал. Вон он тебя нашел, да? Угу. Маркизы что, отбелили? На три лока. Так, ждем разбойника. Все, все готовы, запускаем. Добро пожаловать, герои. То есть первый, так, ребята, если вы настраиваетесь на ЕВК, огонь вешает в ЕВК еще дебаф. То есть мало того, что он дамажит еще сильнее, то он еще вешает дебаф, который вас снимает ХП. Чтобы избежать, то есть вы должны хотя бы полглазом смотреть. На нем сидят снобль, да они кидают типа такие баночки огненные. Ну, в общем, хуйню, извините за маты, кидают. То есть вы, в общем, можно увидеть, кто летит, хотя бы в какую сторону летит, и быть готовым выбежать. Поэтому посматривайте. Нету анролов. Мы же не писали, что анролы. Я начну. Ты потом огненную танчи, которая ползать будет с варом. Да-да-да. Два, один. Здесь лужи снобальды. Что это вообще за раса такая? Я не знаю. Кентавр какой-то. Вот, первый снобальд появился. Маг. Под попку. Подпиши ему яички. Бейте снобальда. Так, я заберу. Да мне пока не надо. Им еще вагонов хилить, кто из душ не выходит вовремя. Он летит, огонь летит. Бах. То есть увидеть можно. По снобальным. Забирай. Летит, 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 бах. Червей будет танчить дроид АДК, правильно? Еще раз. Червей танчит дроид АДК? И вар... АДК танчит справа, я слева, потом вар у меня заберет. Ой, я походу забрал нечаянно, или как? Сейчас полетит еще лужа. Я сказал, полетит лужа. Она придумала. О, нет. Это... Че, снобльды кончили, что ли? Да, как быстро. Их же не бесконечно. Там вроде когда какой у вас остается, какое-то количество. Не, ну они скидают же, типа, снобльды-то. Нет, уже нет. Раньше. Ну да, да, то есть они кончились. И они типа должны сидеть на нем, по идее. Но здесь они что-то их не видно. Давай я заберу, наверное. Сейчас выйдут змейки. То есть. На змейках более сильно уделяете внимание рейнджу.
вот эту мы не бьем. Ну, то есть ее пока можно обходить, но бить нужно та, которая вылезет. 5, 4, 3, 2, 1. Вот, вылазит, ее бьем под героизм. Варуша, пока не стой. Так, вот, можешь сейчас забрать. Отверни, отверни к стенке, отверни. Помол уже под ним. Я разморожу миликов. И тебя сейчас разморожу. А, ну тебя она и так должна разморозить. Так, тебя полинуло, я заберу. Ты отойди пока в сторонку. Вот. Диалог там заморожен. Вот их нужно сейчас диспелить. Посмотри, где они там в Еде стоят. И ели там. Лаурин, подойди, пожалуйста, в центр. Рэнш, не забываем держать. Я скажу, в кого поплывет, но это будет очень быстро, успеете среагировать. Рэнш, не забывайте. Это будет... Корысью холок. Ты под дебафом огня, соответственно, держишь рендж тоже. Кто там? Иди разморозь меня, кто там с огнем. Перед лицом не стоит. Отверните, да и перед лицом не стойте. С огнем ты побежишь сюда? ДК разморозит звезду. Уже нету никого с огнем. Там босса. То вар, забери того босса. Желательно разбегись в него еще. Беги ко мне. После блевоты. Звезд. Все, беги быстро. Беги, беги ко мне к звезде. А, в принципе, лужа, у вас там два босса. Мили, мили, да, там лужа. А роги нет отступления снять? Что по идее разрастаться же? А, в обычке маленькая. Да ханты могут снимать, типа. Что я могу? Не могу. Я говорю, ханты могут же вступление снимать. У червей не снимаем мои вступления. Не могут они снимать это. Вопрос задали, а теперь получили. Таунти, таунти те, ребята, он иногда теряет цель, и надо стаунтить, а то он запрет какого-нибудь РДДшника или хера. Рендж, не забывайте набирать. Хиляя. Бах. Все, кто с огнем, рендж наберите. Хиляя, салат. Корова дома. Сейчас еще в кого-то полинит. Не забывайте рендж держать. Войд. Не успел или как? Где метка охотника, в лицо никто не бьет. Она плюет. Буду отводить к туши червяка прошлого. Уйдите оттуда. Отвожу. Лужа, мили. На рендже ей бейте. Распределитесь вокруг, чтобы всех не задышало. Чтоб откинуло. Массакру можно дать, когда она задышит. Ну кто ебать залезет в окно? Дышит. Ну, ЧКС вас... откинет. У вас не лагает? Нет, лагает. Немножко есть. Сейчас откинет в тени, вот, и в того, в кого посмотрит, это хиляя, и от нее вот эти четыре по сторону. Красавчики. Сразу труп, сразу видно.
Так, куда будем отлетать? Ну... Между белыми щитами двумя, да? Да. Хилим людей. Сельмина. И все от нее. А ты ему шаманчик убирай. Тут не выбежал, блядь, он так где-то раз. Цель вам в обучке сопровождается еще меткой. Да, на X1 он выбегал из ворот и всех. То есть, если кто-то стоит в воротах, он просто бежал и не останавливался. Добегал до целка, ваншотал лича и давал всем шею. На X1 же это и починили, кстати. Да. Сельмина. Все от нее. Где она? Череп. На мини-карте, да даже вот такой штукой с видите, да, на мини-карте блестит. А что такое мини-карта? Даже там. А где мини-карта находится? Даже там, то есть, дается меточка, чтобы понять, где искать. Вот так бы что хочу. Что хочу, можешь буквой М открывать карту, смотреть. Так удобно. Да, Салават, тебе можно именно и. А, ну то есть открывать карту, посмотреть и потом скрыть ее, да? Ага. Потом как очень удобно так. Все, тише. А монитор можно при этом? Слава, тише. Надо сначала включить его. Убегайте. А, ну да, реально показывает. Ну что, прикалываетесь? А я навигатор запустил. Кто сейчас словил, но не умер? Словил панч, почему-то стоял, вообще не убегал. Кто не убегал? Уперся в стену, походу. Хуй знает. Блин. Ты, может, все сработал? Нет, был патч там. Собад. Красавцы. Ой, как вспомню, ЕВК-25, ой, на X1. Ой, да нормально все просто... было. Да. Охуительные вайпы. Я когда пришел, 50-50 закрывали уже. У нас не было гильдейских всех, кто собраться в ну, гильдии. То есть приходилось пугами. И это просто было мучение. Чё хочу? Ничего не хочу. Хочу, то мучу. Чё бежит нафиг? Я как-то контент ИВК вообще пропустил. Я чё хочу бегу, а он ко мне бежит. Конечно, на циркуле кроме СЛК и РС ничего не знаю. Хотел меня убить. Да, мечта была такая. Чё ты, сука, делаешь? Тихо-тихо, ребят, здесь и грызун завелся. Ух, ебать, плащик охуенный. Целых два, что ли? А, это да. Моё. Не, не моё. Мог бы сферу в банк кидать. Сука, шо за роллы такие дикие? Полтинник. За Войда так мало ролл выкидывало. Моё, бля. Угу. Т9 апнутая. Ой, это надо, бля. Моё, бля. Что такое Т9? 200 рис второй шамот за УД, я его да, можно да. Апать. Да, не, да, не, да. Нет, нельзя апать. Нет, да, не апать. Бар, хорош, нет. Больше не ролька. Ну, да. Я же тебе говорю про... Вы же поняли, о чем я? Его же улучшаешь. Ну, то он-то улучшает. Нет, что? Не... Нет, он становится точно так же, как Т9. Пехал, короче. В комплект он входит. Вы меня поняли, поняли. Да. Черня, короче. Вы...
пристали до... Что-то у нас ткань очень много людей роллин, блин. Так у нас... Так. Да, дадим. Так Саркоя, блядь, тоже как бы. Ну, он не говоря, типа, Рома. Не, ну подождите, ну, Алена же выиграла. Чем плохо для аэродроба? Для аэродро это нормальная, блядь, вещь. А чё вы с этим потом разберемся? У меня точно такая же, только 2-3-2, блядь. Нормально пойдет. Не, ну, походу, что эта ткань не кожа, она приоритетом идет для ткани, типа, и... Не, ну подожди, Холи Пала же тоже во все подряд одеваешь, что ему подходит. Ну, ему не отдадут все подряд, если нужно шаману, например, кольчуга. Да давайте мы в следующий раз выберем, давайте лучше честно, если он хочет, надо, пусть забирает, блядь, и... Главное это... Мы же честные, честные. Адекватность и честность. Это основные... Все, все, Артур, вот если бы ты не начал говорить, я бы... Начинаешь... Ты не на тот плащ ролишь. Да-да-да, не на тот плащ я поролил. Да, такой ролл проебал. Проебал. Ты вот она идет там, просто даже только... Все роли так же боишься. Смотри, сейчас вся хуйня будет. Да. Вот, хуйня ролл. Боечка, а, это боешка. Нихуя мое. У меня роллы 4-6, нахуй, пизду. Надо, короче, нахуй, пить, нахуй, идти. Да, такой плащик был бы заебись мне. Ну да. И мимо все, все паролили? Так ты купил, да, там Чирина вырвала. Нет, нас двое, да, правда, купить. Давай, вар и елок еще раз. Власть дикого хищника, да? Не, ну ты объяви просто по новой, пускай они паролят. Да вон, давай, я же вижу. Стеллаурен, еще раз. Может, действительно пароли? Надо идти. Хуя им вообще этот плащ-то? Это боешка. Боешка. Все ролят боешку. А я лошара не ролил, кстати. Выбряй. Жазык. Столовка, знаешь песню Нагана супергерой? Нет. А зря. Нет, Хеловской плащ выиграл не Рога. Не-не-не-не, я не тот плащ ролил, все нормально. Я после Роги была. Все готовы, да? Запускаем. Блять, я хотел релогнуться. Не вышло. Сельмина, это твой первый. Бан. Паростопо, твой второй демон. Крысюха, твой третий демон. Да, и косты сбивать не забываем. Что, по тактике не рассказали? Ту, да ё-моё, ну шоу, в самом деле. Вы хотя бы говорите дальше. Короче, вкратце. А, череп, хил, крест выбегает из рейда. Под крестом разливается лужа. В общем, ты бежишь, на месте не стоишь, пока не закончится на тебе дебаф. А, череп хилится. Просто дальше. Сбиваются косты, желательно абсолютно все. На боссе будут дотки вешаться, бафы. Их нужно снимать. Шаманы, присты, маги. Дальше будут порталы, тетки, это ладно, в обычках, хрен с ним. Инферналы будут появляться, логи будут их банить. Мы по одному будем их соливать. Это вкратце. Все. Не, кстати, маги главное, выбегайте. Маги стаки будут забирать. Мы вдвоем не успеем. Ну, если успеваете, будете. Вдвоем успеем. Забудь про каст, как появится стаки, сразу забирай. Все. А собака же тоже забирает с него стаки, как я помню. Да. Ну, включу тогда, пусть забирает, помогает. Ух ты, давайте. Бля, метки на танк поставьте, пожалуйста, ебалы в рот. Это кто говорит? Это Ршам говорит. Понимаю, сочувствую. А, ой, забери, такая я таунт нажал, и метки расставляю ему. Как вы так не видите? Я ломал, я пока попиляю эту танки. Не, ну это понятно, я вижу. А потом ДК, просто да, запоминаешь, где они стоят, и все. Маг, так, все, сейчас... Да, маги, вы тупо босса бьете.
стаки снимаете. С лавром побежал. Засанец, блядь. Да не фиряйте ее, не фиряйте, хрен на нее, она беспонтовая. Она сдохнет от кливов, от... Так, псению хилим. Че, аркан не успел? А, и рендж наберите, РДД. Места, как, извините, много, в общем. Рендж 10, РДД. Саркоя и Хиляя. Да, мы в рендже стоим. Вас молния перехихерачила, в обоих же влетела. От одного к другому. Затрахали вы, блядь, двигаться, стойте на месте. Вот, череп, давайте разбаньте. Остальных в бан. Не зыбко на рейд. Все, череп, разбаним. Ей-ей-ей-ей-ей, кто-то сложен не вышел или кто? Че? Ни одного бана нет. Там эти пришли. Этот голем бил всех, милик. Русским говорю, череп бьем. Остальных бан держим. А мы бы геру сдать? Ход, если надо, да. Убежали, убежали от него. Он кастует шляпу всякую неприятную. Кого? Вот, по черепу давайте играем, а второго забаньте. Сейчас забань. Пока забаньте. Все, снимай бан. Станы сбивает им каста уешный. Вот этот. Милик, это все отлично. Просто по, ты второго инфернала подчиняешь. Крысюха, ты третьего. Первого мы забираем. Рокки, беги, Рокки, беги. Отойдите, а, все. Скоро инфернал. Первого мы забираем и убиваем. Просто по, ты второго подчинишь. Точнее, в бане. Я также это и делал, но только с него бан снимали. Все, локи не назначены, бьют. Чтобы не снимать. Так, этого как забери. Станному бы. Голема надо бить, да? Голема не бьем? Почему в бане он не стоит? Да потом снял, его кто-то снял опять. Ты три лока назначил, три голема, соответственно. Почему? Я не говорил сейчас ничего, где делать. Кто там у нас? Сельмени не говорил. Сельмени не говорил, да. То есть, два лока. Инфернал нам. Снимите с черепа. Ёб ты гадышный. Рокки, беги, беги, беги. Забаньте того, который не в рейде. Вот. Добейте. Снимай бан. Снимай, да, бан. Беги, беги. Спуржи, спуржи, с него стак, я бегу, блядь. Пуржу. Беги до пуржи. Бандит стаков. Я ему это навешал это. Сейчас Джиро взорвется. Джиро не захилили. А почему его не захилили? Забили хуй. Опять же по той же схеме.
Косты сбивайте, стаки снимайте. По черепу играйте. Я его забанил. Не надо череп. Череп это первый, надо его банить. Все, забанил. Вот этот у нас спокойно кастует. По черепу снимите с него, давайте. Забьем. Отходите. Когда они вертятся, вдруг кто не знает, все по черепу, давайте добьем. После этого они будут АУЕ раздавать. Соответственно, от этого АУЕ надо отходить. Да сейчас чемпионы будут. Я заебался бегать. Видно, когда. Блять, пока я бегал, нахуй, стаки с него расколот летели. Ну, видишь, какой боль. Кто у нас еще хилы есть, так? Должно быть. Алина, ты че энергии попросишь? Да там все просели. Че, Дим может на ману чё сдать? О, все, теперь опять энергии, опять так. Сейчас с инферналы выйдут, Теремина первого бань, просто по второго, как и всё третьего, не отвлекайтесь на них. Остальные бейте босса. Стаки снимайте. Первый в бан. Один лок мертв. Второй в бан. Третий в бан. У нас два лока. Так, я понял. По боссу играйте. Первый из бана вышел. Обновите, пожалуйста. Второй из бана вышел. Все, добиваем его ногами. Готов прыжки с двух ног дать. Бля. Кого там завалило? Молния 14к и плюс инфернал в меня прыгнул сразу. А чё, да, чё меня не добиваете? Я все смотрю, вроде должен сдохнуть, сдохнуть, как не добьете. Разнесите сам Айсом, блядь. Вау. Хавать, 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 хавать. Сферу ролим. Сейчас, секунду, подожди. Сюда, дама, нихуя. О! Ой, я. Не всегда же мне четверка выпадает. Трофей авангарда. 50 голды. Что за роллы нахрен? Мне это очень надо. Ты шо, столовка, разучился ролить? Да вообще у меня всегда роллы низкие, поэтому я с анроллами хожу. Оба на утешение. Утешишься с тебя. Серьезно? Утешь меня, Дэн. Ну, давайте. Че у нас? Что у нас? Хилы, да, у нас. О, сороковая. А хрен там. Ну, маразм, красава. Ебать, у вас там борьба идет. Топ известно ни одного ролла, нахуй, ниже 50. В смысле, мне надо? Давай я одену, потом посмотрим. Сразу скажу, ну типа, вы, я думаю, знаете, что оно идет всем, только не хэпал. Да. Ну вот, мы два хулипала отлетаем, Саркоя следующий. Так, это ловкость. Просто, чтоб пук не забрал. Че, никому не надо шея? Надо, надо.
Вот это роллы, блядь. Стоповые роллы. А что это за роллы? Где стоповые роллы, блядь? О! 1, 2, 7, 8. Не так, 2, 3, 4, 7. Бля, выше полтора. А, у нас, да, 17. Да, студент какой-то, блядь. Да я выиграл 26. Ну, чувствую, когда 27 все выиграет, блядь. Да уж. О. Ну тут чисто в этом нахуй. Вару, нахуй. Вару. Все почит Альянса. О, Орды. Дэн, а ты себе все весь шмот забираешь? Да. Я эгоист, я нидю потом на аукцион отношу. Ну, это как бы этот. Кстати, по Мерли, какому плащу ты все-таки с прошлого босса? Я после Роги была, а ему этот плащ не идет. Дорога, что ты не все нормально? Да я, блин, случайно просто Роги. Я просто вторая была после как раз этого Роги. Да, все нормально. Все нормально. Я говорила, да. Что устроил надо шею. Я помню. Позволь моим чемпионам сражаться вместо твоей. Че, если я также на сверху выдать? Мы бросаем вызов Орде. Нет. Сейчас посмотрим. Ну, один, короче, надо на маразма дать. Сельмина, допустим, на маразма. Просто по напсению Копчак. Ну и крысюха. Да, и на Саркой, наверное, да. Он, наверное, послабее Эрдеру будет в плане защиты. Все-таки ткань. А, самый мой ненавистный босс почему-то вообще. Он самый легкий. За всю мою историю истории. Про кораблю похоже подрисовался, да? Что там магу надо раздолбивать? О, ханта. Так как он ничего не кастует. И у него питомец жесткий. Ему ничего не позбивать, не позамедлять ничего его, только если контролить жестко. Можно стать под него, он не должен стрелять, по идее. Раньше не стрелял. Но он, возможно, будет отходить. Может быть. Ну, да. Я не знаю, я не пробовал так. Так. Блять. Разбойник будет на мне, на медведе. Так. На двойне будет, пускай будет воин. На ДК. ДК. Так, все по меликам, да? Так, шаман у нас, что, кто у нас? Энг, что ли? Ёперный театр. Блять. Есть танка спек у кого? Да. Давай спекайся. Че, серьезно, блять, я прикольнулся? Блять. Да, тут еще ДК нужен. Да, тут ДК нужен. Да, а я один. У меня есть. Да, но у тебя и хил нужен. Он может его оковами поводить и все, там не обязательно танка спек иметь. Не, понимаешь, здесь нужна ханта притяжка. ДК. Ну притянешь и побежишь энху оковы кидать. Давай, спекайся. Сука. Спекаться-то не. Дальше. Ну а да. Шмот, ты забираешь, ты потом как отдашь? Я потом отдам все. Все уходит в ГБ, все. Все распылили уже, блядь. Да. Так. Сель просто по. На тебе будет дерево. Отключишь дерево, окей? Да, конечно. Сельмина. На тебе будет. Жрец, пускай будет. Крысюха. На тебе будет, пускай, допустим, паладин. Хорошо? Отлично. Прекрасно. Хилы расписали. Хилин, ты любого из хилов берешь, когда где-то ты раз свободно кидаешь кого-нибудь, ветра, я думаю, справишься. Дальше. Маг, на тебе будет... А, так, у нас же два мага. Баладор. На тебе маг. Хорошо? Это будет, пускай, печенюшка.
Мне можешь цель не ставить, скажи и все. Та-та-та-та-та. Кто у нас еще остался? Прист. Вот, давай ты, значит, на приста. Все, сел. А разве не Сельмину на приста посадили? Неожиданно приста посадили. Вот, тогда Сельмина, все. Ты давай. А ты Лука, если что. Understand? Первым убиваем Рушку. То есть, вернее, она здесь, кто она тут у нас? Алиса. Потом Лока, потом Мага. Потом уже с медиками. То есть задача главная нам сейчас не свалиться. Маран, ты на танках. Ксения Собчак, ты на рейде и на маразме. Если что, потом заменишь. Так, мне кого? Шаму? Рушку. Да, потом шаму берешь. Это будет пускай квадратик для тебя лично. Планер, что там по МКАД? Задача, все знаете, да, что тут делать? Максимальный контроль, максимально маг в одну цель. В одну. УЕ не давать. А УЕ не давать, да, чтобы не сбить контроль. Мор, лужи, триксы, нахуй, забудьте. Вихри, крутилки, там неважно, что там, поплевки. Вихрь нельзя, да? И надо сочки, да-да-да, и стоите, надо сочки. На досочку. Все, абсолютно, сейчас, выйдите, все пожалуйста. Да, все на доску, идите, вам вот, видите, вон он, что хочу, стоит, он вам ее притянет. Вот, можете где-нибудь здесь позади него встать. Задача ваша, не подходить к танкам, к эмиликам. На доску все, пожалуйста. Прям вот, и старайтесь с ней не сходить. Максимальный контроль, у уроков есть масс-сферы, у престов есть масс-сферы, то есть не стесняйтесь их давать. Латники по КД прожимайте, это самое таунт, какой есть таунт, прожимайте по КД. Можно ханту Джира кулак? Под Геру убиваем ханта. Можно каску ровно. Потом Лока. Если Лок начнет кастовать АУЕшку, сбейте ему срочно парем ее. Я думаю, маху на зашарить. Да, ребаф может сделать каску 9 минут. Каску по рогам. Вообще, как бы, ребафнуть каску. Так, что тут? Началось у нас. То ли дело лапку дал всем и все. По рогам каску. В общем, каску дайте всем. По рогам, по палам, по магам, по хантам. По ДК обновите 10 минут каски. У нас каску... Романом каску, пожалуйста. Баффало Ревен. Короче, Ретрик. В четвертой пати. Ревен, родной, где ты? Ты нам нужен. О, пошла жара. Красавчик. Попал он бы еще кулак, наверное. Разом раздавал кресты. Два паладина еще есть. Хульбал и патчо. Дайте кулаки. Попалом дайте кулак. Теперь каску, блядь, дайте. Блядь, что ли, или что? Вот. Паладины, вы такие топчики. Палипова такая сложная. Минус 50 крову нахуй на выборы. Все, блядь. Че вы там дрочите так долго? Выбор никому не нужен, кроме меня. У нас, значит, получается, семья, один предатель, да? Все, все готовы. Да? Оп, не то. 5, 4, 3, 2, 1. Да, в семье у 2-0, колпок. Видите, что ты вернул. Бежит. Блять, мне все замедления дали, что есть. Снимайте, диспельте хилку, алё. Хилки, диспельте, не забывайте магию. Меня зафирял рога. Дайте ребаф повелим. Был цель диспель хилицу. Блять, меня сломало.
Так, Хан жив? Жив. 39 вижу. Ёбаный в рот, ебать ваш шот. Боже, он жирный. Диспольте ходки. А Рогу-то зачем ДК-шка троллит? Хила больше, контроля больше, ребята. Да, мы могли его... Блять, ну пиздец. Изначально диспылили, потому что он... Да, вообще не диспылят присты шамана, они просто АФК как будто стоят. Хиловские и дотки, ребята, очень сильно хилят. Ну ладно, все. Он уже отхиливаться начал. Слышал тактику такую на офи, что первым приста хила убивают. Как раз для наших рейдов. Не очень тактика. Охуенная. Убиваешь хила, меньше хила становится. А потом тебе ДД запиздят. И все. И все, контролить их надо. Дэн, буквально на 30 секунд отбегу. Хила за контроль. Заходите и налево. Хила хуй законтролишь. Маг заебенил меня. Каст у него замедленный был? А я откуда знаю, я же по локу играл. У нас есть... Сколько локов? Два, да? Три лока. У локов есть такая тема, проклятие да. Косноязычие. Называется. Тоже клевая штука. О, ливнули. Шоп вас в хвост и в гриву. Да, он утешение хотел по-любому играть. Умеет. Кто мага контролил, не законтролил, короче, я лока так же. Бадор. Было бы охеренно, если бы в него АУЕшка не прилетела, блять, и не сбила бы меня овцу. А, ну это нормально. Люди не понимают, так. Что АУЕшки нельзя тут вообще. Я даже живую бомбу не кидаю. Ну. Диса поставил, кому надо починить. Спасибо. Корова. Не садись, пожалуйста, на Дживса. Бедный Дживс. Ты пока добираешь хила, есть время отбежать покурить быстренько? Типа того. Хорошо. Мне кажется, у тебя есть время вдолбаться в тапочки, нах, приползти на рейд. В гильдии нету никого? Плюну тут. Ршам 227, только у меня череп 6 минут. Дэн, я время слетаю, яды куплю на парализацию хила и все такое. Давай. Так а здесь же... Я тебе спрашивал, яды купил? Ты че мне сказал? Я не подумал об этом. Ты, блин, уточнил бы, какие яды? Он один взял. Не уточнил, говорит, какие яды. Я, может, тебе еще и купить их. Я хотел, конечно, купить, но воздержался. Дурманищий, нейтрализующий. Это понятно, дурманищий. Контузящий. Ебашущий еще купи тоже. Купи сразу пачками штук по 40-50 и все. Ну. Слава в ДД. Файл. Добро. Слава, добрый ДД. И стойте на дощечке, пожалуйста, все. Так, раз, два, три, да. А, кстати, даже это, вроде ни одного Масфера не увидел. Но... Фире, это вообще, ребята, топчик жив. Вы шо? А тут их хуево куча, блядь. Ну, у нас их тут... Я вначале думал, не нажимай ТД 40. Вихрь, не, там дохуя феров было, вы чё, ёбаны? Это ты ни хрена. Там локовские феры по КД были. Ну, глаза замазаны, чё, блядь. Да Димка, походу, блядь, монитор вообще выключил. А, точно. А, блядь, я думал, чё чёрная хуйня, блядь. Рокки, ты слышишь? Не нажимай. Локи, знаете, что можно сделать? Вызвите еще эту, суккубу. На соблазнение ее. На хилов киньте ее. Кушайте рыбу, пожалуйста. Поставьте, чтобы она постоянно соблазняла их.
Либо если шарите, ну, контролите это соблазнение. Печка почти пустая. Паладин. Там же тоже вроде секунд 10-15 там. Дэн, смысл от того, что ты назначаешь контроль, если у нас Рокки, Рэвен Дэд, это просто АУЕ, вот они АУЕ нажимают скиллы. Смысла от нашего контроля, ну, никакого нет. Хоть один нажимает АУЕ, жопа, все. Кидайте оружие и выходите с игры. Это какой Увар? А, Увар Вихрь, пачо, да? Пачо, короче, Буря. Revan Dead, Буря, жирный, что там у них по всем, короче. Точечный урон просто команду даете, и все. И никаких бурь, никаких кливов, никаких массов не дается, и все. Вот три игрока, это вот руинят нам всю игру. Я вот дальше смотрю, пока не вижу, пока трое только. Это просто меня не было, Арти. Я пмор хуйнул. Все, остальных нет. Буря раз пошла, да? Буря два паладина и вихрь уроки. Ну, я думаю, сейчас поймут. Посмотрим. Блять, уже точечно говоришь. Пиздец, самому же послушать и не нажимать сложно, блядь. Надо точечно говорить. Сейчас теперь кто последнее звено посмотрим. У нас перерекур 4 минуты. Пока у шамана. Паладины, выкиньте это самое с панельки свою, своей-то, как его, бурю. Так там кнопок не останется больше. Когда сядешь на Лока ферять, потом назад. То есть ты твой шаман, хотя ладно, бей шаман, шаман, все на тебе. Крысюха, на тебе будет пам-пам-пам-пам-пам, паладин. Если паладин зайдет в мили рейд, трога, сядешь на него, вот это будет звезда, короче, он. Шаман будет у нас, пускай, печенюшкой. Дерево будет у нас зеленой меточкой. Вот, хилы. Вот они. Звезда, печенька и зеленая меточка. Все. Дальше бьем, опять же, рушку. Короче, ханта. Потом Лока. Потом мага. Это луна. То есть череп, крест, луна. Будет у нас еще шепе. Это ромбик. На мне будет разбойник. На ДК пускай будет. ДК, на воине воин. Воин, у тебя есть какой-нибудь щит беспонтовый? Тоже говорят имба. Печально. Вот, ну, наша задача вот дальше. Дальше, дальше, дальше. И у нас остались без контроля чистые РДДшники, да? Бьем рушку. Дима, на тебе пускай будет маг. Баладор, на тебе будет ромбик. Баладор. А, да, красавчик ты просто. Няшка. Дальше, на Локи будет, на Локи будет, на Локи будет. Алена. Поветруешь его, окей? Осилишь? Вот. То есть, потому что Лок там будет цель номер два. Диспелить. То есть, у нас дерево у них. То есть, они будут хотать его. Диспел, хотки. Хотки сильно хилят. Ну, вообще, хилы сильно хилят. Так же самое начинаете от входа. Без любого АУЕ, ребята, ну да, там, конечно, мышечная память заставляет вас тыкнуть бурю, но постарайтесь ее уберите, или, допустим, надо другую панельку, чтобы там поставьте пустое место на то, где она сейчас у вас находится. А вот. Если он один стоит, вот как сейчас было, притянули, по одному-то можно? Задача ясна? Да. Отлично, вот. То есть так, потом у вас он будет вдвоем... Ты не увидел, дал, как бы, а там не надо было, к примеру. Так, что у нас попало бафом? Кулак дайте. Кто у нас ничего не отдавал? Дайте кулак. ВДК кулак. По всем. Сейчас покопал еще бафну. Дальше что у нас? Задача? Да, 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 да. Ханты, сможете усмирить питомца хантовского? Я пофирю. Хорошо.
Локит, можете забанить еще собаку. Кто у нас на дереве не сидит, у вас бабан свободный. Пускай будет это... Кто у нас на дереве не сидит? Простопот, ты у нас на дереве не сидишь? Сельмина на дереве. А, отлично, я просто уже забыл. Сельмин сказал, что я на шамане. Все, все, все. Ну, там собачку увидишь локовскую, да, ебан? Да, конечно, я давал прошлый раз. Только там чуть-чуть помощь нужна, потому что у меня эфир на 20 секунд, а КД 30 секунд. Рога, шо тебе не хватает, шо тебе надо? Так, кулак есть, есть. Скажи, что тебе надо, и мы тебе быстро это дадим. Пиздюлей надо. Что-то молчит. Ага, теперь Ревенден. Ждем еще. Все, все готовы? Отлично. Сразу песня вспомнилась. Тусуйтесь на дощечке. Это залог вашей выживаемости, особенно всяких тряпочек. И прожимайтесь, дефайтесь там. Хилы увидели РДДшника додолбит, захильте. 5, 4, 3, 2, 1. Все, и под Геру его завалили. Блять, Варта, что так шлепнул, не засекунду. Так, у нас ушел Вар к вам. Законтрольте Вара, зафиряйте печенькой-то. Что-то... Хантовский питомец бежит. Вар, вставай. Иди с Варом разбирайся. Блять, Рога блинканулся. Жалкая тряпка. Диспел, мас диспел. Я не могу собаку забанить. Что за бред? Мас диспел, мас контроль, мас фиры, не забывайте. Че, хилки будут долго висять? Блять, Рога, Рога, Рога. Дерево без бана меня убьет. Диминишинг уже. Блять, минус 4 у нас, да? Минус 5, я лог жив, хант еще жив. Да ты другого как бы. Кто-то, блять, раздает АУЕ, контроль слетает постоянно. Я хуй знаю кто. Минус 6. Да, он начал отхиливаться нихуевенько этот хант. Да. Дерево хилит. Локи мертвы. Ладно. Хилы у нас мертвы. Да, ложится, надо отхиливается. Блин, нам сугубо одного ДДшника вот завалить, и там уже намного легче будет. С каждой смертью совсем легко будет. Да, блять, Варс, слетай нахрен, ТПшнись, купи говно щит. Да его с этим щитом завалило быстро. Причем мне дал 4 коста маг просто. 4 коста по... Я должен... Мне просто влетело 4 коста. Братан, я не знаю, что с этими палами делать. Они херачат свою бурю, просто тупни. Потому ну вот, патча исправился. Патча не делает, да, например. А вот этот... Ревендед, ему просто срать, короче. Просто все идет на... Попадание 7, это 7 попаданий получается? Да. Или 7 раз, или по 7 человекам, да, попал? Нет, просто попадание 7.
Они пытались нас. То есть, клеветать. Может, 7 таргетов просто было с одной бурей. Он нажал 17 раз божественной бури. Вот, да не нажал, это не так работает. Ну, 17 попаданий, да? Ну, это ладно. Чуть-чуть. Он таурен, он может топнуть. Все таурены могут топнуть. Я не видел этого. Топот, да, тоже используй. Вообще, вы используете максимальный контроль от себя, ребята. Уроки опять 8 вихрей. 10 вихрей, я хуй знаю. Уроки, ты где? Да я, вот, когда вот начали бить, я выхранул несколько раз, все. Так ты убери ее с панели, где сейчас Нотя стоит, потом назад ну, поставишь. Да, не, ну уроки там нормально. Мы не только до Роки доебали же, что ты в самом уроки деле. Уроки нормально, Роки у него весь урон в Алису, он так, просто в начале нажимал. Теперь вы с другой стороны, ребята. Это как... Короче, все портит один так. Паладин сейчас. Я не знаю, как-то с ним переговорить или что-то с ним сделать. Только у него одного есть АУЕ. Слава, давай вспекайся. Блять. А че ты с третьего раза это слышишь, братан? А че предыдущие разы ты че делал? А на кого ты его спекаешь? На паладина. Сука, я его ЧС кидаю. Че это вообще? Ден, я правильно понял, в танка? Да-да-да. Блять, может кикнешь его нахуй? Давай его кикнем, ну что это за говно? Вот третий раз телек, он, блядь, телек смотрит, смотрю. Блять, три раза нас лайпнул, блять, телек он смотрит нахуй. 24 человека, блять, страдают, он хуйней страдает. Сейчас еще раз, если будет, кикнем. Давайте нам менять-то на кого? Полчаса искать вот именно на чемпов, блять, лучше вообще тогда без него нахуй. Давайте без нервов, всего лишь два раза вайпнули, что вы в самом деле? Да я не... В общем, Рушка, Лок, Маг, Сельмина на дереве, на Маге у нас будет просто По, на Локе у нас будет Крысюха. Дальше, суккубы, если вам помогут на Лока, на Мага, киньте на них тоже, то есть пока у вас диминишинг, поконтролите суккубы, то есть у вас диминишинг фера, хуяк соблазнение пошло, рыбу кушайте. Давай мы, короче, притянем, сначала я в центр, потом он притянет, и потом пойдем уже своих танчить. Ну если вы сможете, так давайте. Нет, так я на дощечку его как раз притягиваю, все нормально там. Ну, сейчас с другой стороны пойдем. А какая разница, она то же самое. Дальше, у нас хилы без контроля будут. Да, ну то есть, ну, дерево вот за контролем. Дима, давай ты поавцуешь жреца. Теперь у них два, ребята, человека будут ходки кидать. Это еще больше хила будет. Поэтому давайте, не спим, диспелим. Баладор на тебе будет, Баладор на тебе будет. Да я с диспелью шушу. Шаман. С нашей целью. Главное, блядь, живым остаться. Просто убивают. Не, я понимаю, сложно, поэтому. Ну, сейчас у нас Локи прям должны контролить РДДшников. Не закиньте им еще замедление коста, проклятие. Дэн, мне кого. Вы знаете, слышит? Проклятие красноязычие. Дэн, мне кого. Да-да-да. Тебе паладина. Вильнор. Воин на воине, ДК на ДК, я на роге. Тебе паладина. Когда они ворвутся, я притяну примерно сюда, и ты уже к людям притянешь. Так, я дам меточки на хилов для начала, так. И жрец. Так, ну жрец, ладно, у нас так. И на РДД, чтобы вам было легче там потом сорить. А, ну все, на РДД есть. Давайте, ребята, точно так же, как в прошлый раз, только чуть-чуть быстрее, чуть-чуть поживее, и мы убьем. С каждым умершим ДДшником будет легче. Вы, ребята, оттуда начинаете, где танки в прошлый раз были. Идите сюда, рейд. Вон от зеленой, видите, меточки? Он там, вы тусуетесь. Весь рейд туда идет. Что хочу, притянет вам. Он заберет Милика, он притянет Рушку и пойдет Милика забирать. Алена? Не схавает. Давайте, проснитесь. Ну что там?
Ну, если вы готовы. Кто готов там? Ладно, не будем ругаться. Я уже хотел ругаться. Хелена просто. Он лог писал, что ему спустить код надо было. Да, стоп. Да. 2 минуты, да, просил. Уже должен прийти был. Дэн, у нас завтра что? Все? А. День, нет, еще не все, да? Локи, у вас, кстати, есть еще лик смерти, который может в нужный момент вас подхилить. Дима, ты готов? Все готовы, да? На дощечку все ДД ушли, РДД где-нибудь вообще еще дальше, чем милики. Запускаем. 4, 3, 2, 1. Да. Блять, и шам там еще. Блять, фернул, сука, я не в форме, блять, берберсы. Рогу за контроль тебе бежит там. ЧР, реп, который, блять. Вон печенька. Пиздец. На дерево сядь. Не знаю, но мне 3 тела сидит, блять. Масферы, не забывайте. Под ладин ебаный еще оглушение кинул. И овца, блядь. Печеньку не контрольте сейчас. Кошку законтрольте, она задорала уже. У меня уже там Димченко намагал уже. Диспел не забывайте. Маразма убили. Так. Жалкая тряпка. Ну, у меня так. Просто все пиздят там. Масс сферы не забывайте. Масс контроль, диспел. Давайте, давайте, там 10% осталось каких-то вшивых. Еще раз убили. На этот раз лоб помог. Ну. Потом Лока. Есть. По кресту. Крест притяните, есть ДК? Нет, ДК ушел. Алена, можешь поднять паладина? Беги, беги, беги! Только бегать на оковах тут. Пиздец, у нас все танки легли. А Рушку убили хотя бы? Рушку убили, но танков убило. Я не понимаю, в чем прикол. Я не могу собаку в бан кинуть. Ну, значит, недоступно, наверное. Не восприимчиво пишут. Да. А подчинить? Тоже не выходит, все невосприимчивость. Фиры, хуи, блять, и все остальное. Ну, может, закрытая эта функция. Блять, сколько там? Еб твою мать, сука. Нам осталось-то. Я не знаю, я ДКшкой спокойно это танчил, нахуй, всю толпу, блять. У нас маразм умер 2 раза хил. ДК просто кровь подрубаешь, нахуй. 4-3 шмотки снимаешь на броню. Заходите. Лужу льешь, и все, они на тебя все бегут, нахуй. Да, заходи, потанчишь. А у меня КД, ты че? Эх.
3-4, говорит, шмотки, когда у самого, блядь, фул Т4. Я тут нищеброд, блядь. Ну-ка, Маразм, сколько у тебя брони сейчас? Сейчас. Сейчас бафнемся. Я там единственный лед подрубал только, когда тяжко было сильно. И... Видим. Че, дайте там лапку хотя бы по маразму. Сколько брони у тебя? 18 800. Че так мало? Я бой на кольчуге, потому что. Ёбаный рот. Так. Да это дохуя надо снять, чтобы столько брони убрать, блядь. Че, блядь, ёбаный рот. Столько у него, блядь, кольчуги. Блядь, я вначале стоял вдалеке, было нормально, потом, блядь, танки разбежались по всей, блядь, так сказать, локации, нахуй. Дэн, ты добирать будешь? Да-да-да, я добираю. Я слетаю в этот город быстренько. Так, пока добираем. Начнем с утешения.